Приветствую вас на своем канале. Покуда у меня предыдущие ролики грузятся на YouTube, вот решил я лениво сыграть в пошаговую морскую стратегию Atlantic Fleet. Ну, наверное, сингл батлу не... Ага, пустом батлу. Уже и забыл, как тут все делается. Сижу, бороду чешу. Next. Так. Не идти в нави. По-моему, вот так надо. Квин Элизабет. Давай. Что-нибудь попроще. Нельсон родный. Кого же выбрать? Давайте. Короля Георга V. Да. А у нас только Шарфорст не самый мощный, да? Вообще. Транспортник. Бисмарк. Бисмарк. 8 15 дюймовок, а здесь 9 11 дюймовок. Давайте Бисмарка возьмем. Не помню, за кого я буду играть, то ли если инициативную сторону, то ли вот нави выбирать немцев, тогда за немцев будешь играть плеер 2. Можно вдвоем играть на одной машине. Против нас король Георг V. Он, падла, делает накрытие с первого же залпа, а? Ой, да он еще со стороны солнца заходит. Ладно, закладываем поворот полным ходом. Всеми башнями не успеем вывернуться, да? Наводимся на цель. Переставляем снаряды. Какая ж тут дальность? 20, наверное, не будет. Давайте так. До первого выстрела. Эх, чуть перелет. Надо было немного меньше давать. Запоминаем, у нас был перелет. Ага, сбили тебя с перелета. Больше попадать не будешь. Так, нам еще до ворот надо делать, да? У нас был небольшой перелет. Там все пухи не навелись. Пробуем тогда вот так. И такие червячки на море. Эх, одно накрытие. Все равно еще небольшой перелет. Он идет на нас. Значит, надо будет сокращать дистанцию огня. Нет, 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 нет! Ай-яй-яй! Одно попадание. У меня тоже солидные пухи, блин. Горить, горить наш. Горить, горить, моя звезда. Ну, теперь кучнее будем стрелять. Будем надеяться, что мы в него попадем. Все, все 8. Ай-яй-яй, недолет. Блин. Недолет. Он в зону огня заходит. Сильно, ай-яй-яй, он дает попадание, он дает попадание, скорость меньше, у нас был недолет небольшой, но он стал ближе к нам, да, попробуем так. Есть, достаточно кучно. Ну, он тоже бьет неплохо. Должен я заметить. Так. Чуть, наверное, чуть. Чуть-чуть ниже. Есть.
Акела промахнулся, Акела промахнулся. Так. Чуть ближе. Чуть-чуть совсем. Есть. Блин, вот это да, по центру прямо нас лупанул. Так, что? Двигаемся, наверное, дальность не меняем, а поменяем мы. Торпед нет у нас, да, снаряды. АП, по-моему, антипанк. Эх, все-таки надо было сократить дистанцию. Ну, игрушка красивая, конечно. Красивая, отдыхательная, пофаговая. Ну, дай. Теперь недолет, блин, надо что ж. Кто ж я кашу? Ну, промахнись, падла. Мы дадим небольшой поворот сюда. Наверное, сменим скорость опять, чтобы он не пристрелялся к нам, да? Есть накрытие. Надеюсь, одну башню у него хотя бы выбил. Да! Башню четырехструнную выбил, но и он у нас, смотрите, мстит. Мстит по башням. Чуть-чуть ближе совсем. Есть по центру. Да, бронебойные лучше действуют на бронированную цель. Надеюсь, вторую башню ему мордову. Да, выбил вторую башню. Все, он разворачивается. Чтоб вести огонь кормовую. Эх, перелет, блин. Дадим доворот на него, да? Дадим на него доворот и вот так вот. Надеюсь, недолет не будет. Все-таки дал недолет. Блин. Ага, боекомплект рванул. Или это котлы были? Есть накрытие, хорошее было накрытие. А-а-а. Что? Кинг Джордж. Файм. Гриш, блин, бубновый. Ну, попробуем не менять. Вот с него сбили, все. Все. Короля Георга V не стало. А надо было, дружище, сразу бортом становиться, всеми стволами бить. Насладимся. Гибель корабля на закате. Насладимся плодами нашей победы. Как красиво тонет. Но погода у нас продолжает мутить. То краплет дождик, то солнышко проглядывает. И самое оно для того, чтобы ураган начался. Не хочется, блин. И вон наш
Бисмарк, корабль-победитель. Жалко, советской стороны нету, я бы за них бы поиграл. Ну, конечно, у советской стороны во Вторую мировую таких мастодонтов, к сожалению, к большому, не было. Царские корабли, которые бы хоть как-то могли потягаться, не достроили. Измаилы. Вот. А так в основном у нас крейсера были. Ну все, на этом все. Мы победили.